Добрый день, уважаемые друзья и партнеры! В этом видеоролике мы разберем, как пополнить баланс через внутренний кошелек или, что одно и то же, купить еврокент. Строка евро в балансе на первой строчке. Именно сюда попадают реферальные вознаграждения. Итак, переходим в финансы. Купить еврокент. Выбираем нужный нам способ. В нашем случае это внутренний баланс. В первую строку вписываем количество. Вводим платежный пароль. И нажимаем кнопку «Оплатить». И мы видим, что оплата с внутреннего баланса успешно проведена. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, а если это видео было вам полезным, поставьте лайк.